Для чего приходить на конгресс? Потому что это невозможно ощутить через экран телевизора. Я помню свой первый конгресс. Я помню, как жена сказала мне: «Ты обязан пойти на этот конгресс. Ты обязан быть там. Неужели я попаду в такое многолюдное место? Я такой закрытый и стеснительный человек. Я давно уже подключаюсь по интернету. Это для меня очень удобно, и мне это нравится. И такое ощущение, может быть да, может быть нет, но я почувствовала, что я должна сделать себе этот подарок». Мы уже много лет смотрим этот телеканал, и наступает такой момент, когда ты хочешь почувствовать это. Все время говорят об объединении, и ты смотришь на экран, и ты чувствуешь, что там происходит что-то настоящее. И ты хочешь быть там, узнать, что это такое. Как цветок, который был закрыт и чувствовал, что никогда в жизни не откроется, так я открылся. И ты хочешь почувствовать это тоже, увидеть это своими глазами, а не на экране. С 5 по 7 февраля зрители 66-го телеканала отрываются от своих экранов и приходят, чтобы почувствовать по-настоящему. Всемирный конгресс ЗООР с 5 по 7 февраля 2014 года. Ганейта Руха, Тель-Авив. Для дополнительной информации звоните по телефону 1-700-509-209.